Так, в общем, я падаю на этот мостик, лутаю оружие, убиваю всех внутри этого дома. Я же на оружие упаду, правильно? Этот чел прям слишком поздно упал. Колдрекс. Так, а что у меня тут? Хилов вообще нет. Все по нулям. А у меня, прикиньте, все по нулям, просто по хилам. Здорово, красава. Пин 2566 лучший, да. Аптечка на мосту, да уже не надо. Бежал. Я сейчас на 2К играю. Надоедливый какой чел. Здорово, Тарас. Тут, скорее всего, пушить, да, пойдет? То есть все два промаха каких было. Нет, прошу. Нет, ты не сможешь попасть. Ошибку совершил молодой человек.
Блин, а дайте-ка я пламегаз вместо компенса поставлю. Вот я, кстати, знаете, что заметил? Что у меня с пламегасом лучше контрится калаш, чем с компенсом. Как это понимать? А ну дайте проверю. Смотрите. Да, в натуре. No comments. Такое можно не комментировать. Я думаю, тут и так всем все понятно. Красная зона, у меня надо сваливать. Ща быть, бам! Давай, я здесь. Лупи меня, если не лошара. Давай, взорви меня, если не лох. Лошара. Не попал. Там какой-то файт, еще одна красная зона у меня. Зря я, походу, быканул на него. Кто там у них с красной зоной балуется? Кто ответственный за эту зону? Где вообще кто, блин? Ау, нет! Я не вижу никого. Где кто? А, понял. Раз, два, три. Я не с той стороны вылез. Сука. Походу зря быканул я реально. Сейчас меня взорвет. Там какой-то молодой киберспортсмен. Блядь, ты чё нахрен? Какой-то молодой киберспортсмен, я клянусь. Ща хаешки меня убьет, смотрите. Косой. Больше всего надо опасаться людей в дефолтных шмотках в этой игре. Только они 360 ноускоп ставят нафиг. Что-то невероятное. Со своих корячков. Жесть, конечно. Но это факт. Я думаю, многие со мной согласятся. Так, у меня теперь машины нет, и у меня там две тачки, да, было? Я кучу народу просто... Блин, этот мест надо перекрывать. Сейчас там очень много народу поедет. Мы же имеем опыт перекрытия мостов, правильно? Причем нормальный такой опыт имеем. Let's go. Антоха-картоха, блин, еле зажал по нему. Раз, два, три. Два в тело. Три в тело.
Как вам такой экспириенс? От зоны рипнется? Или от моих АЕ? Конечно же, от моих АЕ. Только как он сразу же не умер, я не понимаю. I don't know. Я этого не понимаю. Мне это не интересно. План простой. Сбиваем заднее колесо. Его разворачивает, и мы его убиваем. Рабочий, как швейцарские часы, план. Так, ну что ж, ребята, мы на плотную двадцаточку идем, если что. Еще разок. Давай. Ах ты ж. Выпендрежник. Главное закинуть правильно хае. Вот она. Так, мне нужны аптечки. О, нифига тут. Это ошибка. Фатальная ошибка. Нельзя так стреляться. Я не попадаю по нему, я не знаю, типа, с глайдера очень сложно убить на самом деле. И он меня просто ждет за зоной. Гений, что ли? Ну, я знаю, как его забайтить. Смотрите, сейчас будет смотреть. Давай, смотри. Ну, я долго ж не смогу так. Я же не смогу так долго. Так вот, походу реально с пламигасом получше контриться, чем с этим. Компенсом. Ну, по крайней мере, по ощущениям у меня вот так вот. Не знаю, как у вас. Ну, как будто бы у меня с компенсом разброс побольше. Блин, там где-то дроп падал. Вот где-то тут внизу. Минут 5, может, 6 назад. И он меня так манит. И тут чел еще какой-то бегает по низу. Ё-моё. И он что, с дропом, да?
Ребята, ваши... Да, реально хорошо контрится с этим, получше калаш, чем с компенсом. У меня компенс почему-то всегда вот типа так как-то колбасит, а этот вообще не колбасит нормально. Я все патроны забрал? Нет. Как я мог один патрон пропустить? Так, еще один дроп падает. Есть варик его забрать. И у меня сверху должен чел оттуда бежать. Там стрелялись. Ладно, делаю плотную двадцаточку, не торопясь, выигрываю каточку. План идеальный, как швейцарские часы. Не торопясь, все делаем нормально. Возможно, тут кто-то в этой вышке есть. Нужно обязательно закинуть туда хаешечку, чтобы убедиться, что там никого нет. Там никого нет. За ней тоже никого нет. Тут сверху тоже никого нет. Где дроп-то? А где дроп? Ребята? Я потерял, зачем бежал. Где дроп? Где он? Вот он. А, я с будок этих отыгрываю нормально. Короче, беру Т3 и выигрываю катку. Все, план начерчен. Не беру грозу, потому что играю, доигрываю с калашом. Именно фламигасик. Ну реально с фламигасом как будто бы лучше, блин, контролируется калаш. Я это, кстати, давно уже заметил. И как будто бы это реально так. И вы знаете, я очень часто играю с калашом. И, допустим, в какой-то момент ты просто стреляешь, ну прям очень хорошо стреляешь. И просто в какой-то момент ты вместо пламигаса берешь этот. Берешь компенс. И стрельба начинает хромать. Он отсюда откуда-то швырнул. Ну, какие-то идеальные зажимы. Вот с пламенем реально хорошо залетает. Один в три. Я убил его? Нихера себе. Что это такое я? Так, мне надо большую аптечку захавать. И до фула дохилиться, чтоб мне в голову не попали. Фу! Ё-моё, что за катка? Бодрая, бодрющая, бодрящая! Не забывайте лайкосики, комментарии писать, блин. Нравится вам, не нравится? С пламигасом попробуйте, потестите. Видали? 120 метров. Пламигас лучше компенсы. Мы за пламигасители. 2137 урона. 22 фрага.